И всем здравствуйте, дорогие друзья, с вами я, Паша. И вот сегодня я покажу, как сеть голубой сазик. А, кстати, передаю привет Демизу, Летнему Воробею, Инни Геймс, Роману Ше, ну и, конечно же, Семену. Привет вам, большие ребята, от меня. Итак, дорогие друзья, для того, чтобы носить сазик, нам нужно знать прежде всего его диаметр. Его диаметр составляет 35 сантиметров, я знаю, что хорошо. Если что, дорогие друзья, кто не знал, я облизывался сазик и пил из него воду. Вот эти видео можете посмотреть, дорогие друзья. А еще его очень легко расплавить, так как он сделан с тобой. Материал, как друг в туалете. И меня, конечно, спросите, Паша, как сесть стазик, если он не плавится? А я вам отвечу, его просто не нужно плавить, и тогда все получится. Ну а теперь, дорогие друзья, давайте же вам покажу, как садиться в стазик. Здесь все легко, так что можете не волноваться. Первое и самое важное, нам нужно просто привстать вот так вот. Далее мы поворачиваемся на 90 градусов, подходим поближе, помогая руками, вот так вот. И аккуратно вот так вот садимся, дорогие друзья, вот так вот. Вот. Показываю на всякий случай второй раз, вот смотрите, мы вот так вот сидим, поворачиваемся, вот так вот садимся, вот так вот, вот. Ну ладно, дорогие друзья, если остались вопросы, обязательно пишите в комментариях. Желаю вам счастья, здоровья и благополучия. Всем удачи и всем пока, дорогие друзья, всем пока, до встречи, пока. Пока.